И снова к теме ремонта. От косметического до капитального. В образовательных учреждениях округа идет активная подготовка к новому учебному году. А несколько объектов дополнительного образования уже могут похвастаться полной готовностью. Большие работы проводятся в первой школе. Ремонт системы освещения и полная замена электропроводки повлекла за собой капитальный ремонт стен и потолков. Также в актовом зале меняют полы и устанавливают новую сцену. На это был выделен 21 миллион рублей. В третьей школе подходит к концу ремонт кровли. Сегодня он выполнен на 70%. Также преобразилось крыльцо учебного заведения. Готовы объекты дополнительного образования. Их уже приняли все комиссии. Это школа искусств, дом детского творчества, межшкольный учебный комбинат и старт. В остальных учебных заведениях округа проходят небольшие ремонтные работы за счет собственных средств. Это деньги, которые были в образовательных учреждениях на содержание, их выделены. Деньги, которые идут еще и от родительской платы, там часть денег. То есть покрасить, побелить, привести в соответствие, установить еще одну какую-то камеру видеонаблюдения, например, или перенести та, которая имеется, в нужное место. То есть вот такие работы.